Захарова любима не только поэтами и музыкантами. Вот уже несколько лет подряд сюда со всей области съезжаются русские богатыри. Состязания среди сильных духом мужчин проходят на территории храма в честь святых Петра и Февронии Муромских. Проводится для того, чтобы шаг храма, то есть через спорт к молодежи, то есть одна из миссионерских, одно из миссионерских направлений, второй раз проводится. Здесь просто будут представлены несколько силовых дисциплин, чтобы молодым ребятам было понятно, что под крышей, под куполом храма есть и сильные люди. Отец Илья благословил всех собравшихся. Среди спортсменов немало прихожан храма. Все они участвуют в строительстве воскресной школы и своим примером показывают детям силу веры. Вот эта идея мужества, благородства, чести, храбрости, забвения о самом себе ради ближних. Это, наверное, те добродетели, которым нужно призвать людей в современном мире, мире комфорта, удовольствия, боязливости, заботы о своем здоровье, как бы что ни случилось. Дождь и холодный ветер не испугали богатырей, а наоборот. Из-за туч выглянуло солнышко и согрело всех участников фестиваля. Жим-лежа, гири, армрестлинг, стрельба из оружия, полоса препятствий, тяга машин. Спортсмены пробовали свои силы во всех дисциплинах. Вы знаете, я во всем участвовал. Мне уже в этом году будет 53 года. Но в том году я занял первое место по перетягиванию машину. Тянул. Также и жму штангу, жму гири. Я всегда занимался силовым троеборием. То есть не профессионально, но очень серьезно, в тяжелом весе. Настоящим русским богатырям эта погода не страшна. Они собрались сегодня, чтобы показать свою удаль, показать свою силу, свою мощь. Я думаю, что в дальнейшем мы должны это мероприятие, эти богатырские игры распространить на весь Одинцовский район. Силовой экстрим – это всегда на пределе и за гранью возможного. Богатыри признались, что их сила в любви к своей семье и родной земле. Количество участников фестиваля с каждым годом растет. Молодежь активно занимается спортом, ведет здоровый образ жизни и пополняет ряды русских богатырей. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».